Приветствую вас! Впереди День влюбленных. Поговорим о красоте. Наша тема – все блондинки дуры? Вечный вопрос – красивая или умная? Женственная, это точно. Так говорит современный интернет и среднестатистический мужчина. Что это? Обычный стереотип, который формирует нашу с вами действительность. Штамп, ставящий жирную точку. Стереотипы рулят! Но ведь история знает многих блондинок, которые изменили мир – и натуральные, и крашеные. Восхитительная красотка и мечта президента Мерлин Монро, муза всех теннисистов и японцев Мария Шарапова, женщина с косой Юлия Тимошенко. Кстати, карьера многих видных женщин-политиков пошла в гору, когда они стали блондинками. Хотя и другие крайности случались тоже. Простите, белокурые дамы. Мужчины согласятся со мной. Женщина за рулем расширила расхожую фразу о блондинках до «все бабы дуры». Это стереотип. Такой же, как, например, мужчина должен быть могуч, вонюч и волосат. Бррр. С одной стороны, стереотипы – это фундамент, на котором мы стоим и строим свою жизнь. Это залог укрепления традиций, даже сохранения национальной идентичности. Извините за пафос. Но с другой стороны, это мощный ограничитель. Мы штампуем свое сознание, а залог развития – гибкость мышления и открытость. Кстати, далеко не всегда позитивного. Посмотрите, например, до чего доэкспериментировали наши друзья-европейцы со словом «толерантность», что довели до мужеложества и хаоса полконтинента. И все же, устроив ритуальные пляски на стереотипах, мы засоряем мозги. Мы с вами топчемся без конца на месте. Каков же правильный ответ? Где та самая золотая истина? Как всегда, на поверхности. Говоря о блондинках, мы на самом деле имеем в виду общее понятие «красота». По словам классика, она спасет мир. Это одна из ключевых базовых ценностей, которые были всегда, которую хотели и к которой стремились. Это идея, которая испокон веков вдохновляла, побеждала и создавала шедевры. И понимание которой менялось с годами, из века в век. Посмотрите на Венеру Милосскую, ну та, что без рук нам досталась. На любителя, скажем прямо. А средневековая красавица, которая никогда не видела солнце и стыдливо затягивала все свои пышные формы в корсет. Загар в то время – удел крестьян, товарищи. О Венере, художника Рубенса эпохи Ренессанс, сегодня мечтают разве лишь фитнес-тренеры и мастера диет. А наша русская красавица сегодня может смело выступать на ринге. Что же случилось сегодня с женской красотой? На днях ввела в интернет-поисковик слово «красота». Читаю. Эффективные процедуры, маски, педикюр и маникюр. Это самый популярный ответ после Википедии. Вот так современность меняет содержание. Что же досталось нам, милые дамы и кавалеры? С одной стороны, модный нынче здоровый образ жизни и фитнес. А с другой – талантливый врач-косметолог. Спросите, кто такая современная красивая женщина? Сплошная физиология. Причем зачастую хирургически исправленная и трафаретная. Вы обратите внимание на то, как выглядят дамы, которые стоят в очереди на паспортный контроль. Застряли мы с вами в том самом периоде созревания человека, когда хочется, чтобы как у всех одинаково. Или просто стало доступно все до обжорства. Волнует нас только оболочка. Скажете, завидую? Вы правы. Вдумайтесь во фразу «ужасно красивая». Мне кажется, очень подходит современному пониманию красоты. Только глаза и речь выдают. Красота – это идея, дающая эстетическое наслаждение, совершенство и гармония, любовь. Задумайтесь, ведь не бывает уродливых храмов. А тот самый несчастный парфюмер из известного современного романа убил многих женщин, чтобы познать красоту запаха. Наверное, Жан-Жак Руссо, известный французский просветитель и педагог, который прославлял все натуральное, сегодня бы не выжил. Вновь приведу пример. Милые мамы,
Вспомните, как вы знакомились со своим ребенком. Скажем, не самый тот момент, когда вы в форме и во всеоружии. Но для вашего малыша вы были самой красивой на свете. Так что будьте любимыми, вдохновляйте. Я жду новых тем. Благодарю.